Сортирую гипоэстас из 5 посеянных штучек. Зашли у меня все 5. Зашли все 5 хорошо. Вот сейчас осталось 4. Один у меня погиб. И причина, по которой я их сейчас рассаживаю чуть раньше времени, это то, что он пришелся по вкусу моим котятам. Вот, и пока они их совсем не обживали, я их распикирую, пересажу и уберу куда-нибудь на место повыше. Также уже подготовила грунт. Грунт самый обыкновенный, универсальный. Саживать буду по семидольные листики. То есть это вот посюда буду их в грунт саживать. Так, ну, достаточно крепко сидит товарищ. Прям с таким комком земли. И сажу его. Так, надо уже сделать. Можно даже подсыпать еще чуть-чуть. Сразу полью. Много не буду, потому что перед этим я поливала. Вот. Эти также. Вот такой вот достаточно длинный, слегка разветвленный корешок. Чистенький, беленький. Готово. Поглубже можно. Корневая система достаточно плотная, упругая. Очень-очень мне это понравилось. Вот, готово. Четыре. И
Пересажены. Тут прям хорошо видно уже рисунок на листиках.